Алроса и разработчик программного обеспечения «Цифра» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и теперь будут совместно работать над цифровой трансформацией алмазодобывающей компании. Подписание состоялось на полях горно-промышленного форума «Майнекс Россия-2024». «Цифра» уже является партнером Алроса в части внедрения системы диспетчеризации открытых и подземных горных работ. Удалось на 16% повысить эффективность работы горного транспорта на Мирнско-Нюрбинском ГОКе. Для «Алроса» подписание соглашения с одной из ведущих компаний российского промтеха особенно важно. Мы делаем ставку на отечественных производителей как горной техники и оборудования, так и программного обеспечения. Рассчитываем, что договоренности с «Цифрой» позволят нам добиться увеличения производительности алмазодобывающего производства. Это партнерство не только поможет достичь цели по импортозамещению, но и будет способствовать развитию обеих компаний, отметил Вадим Желтухин, директор по информационным технологиям «Алроса». Новое соглашение – это следующий этап в реализации цифровых инициатив. В планах создать единый центр управления производственными процессами на базе российских технологий. Он позволит повысить производительность горно-обогатительных комбинатов, более эффективно использовать оборудование и режимы работы предприятия. Еще одним ожидаемым последствием станет снижение себестоимости продукции. Стороны будут совместно внедрять и тестировать системы для мониторинга состояния оборудования и предотвращения техногенных аварий, расширение функционала диспетчеризации подземных и открытых горных работ.